РДД, наберите рейндж. Убить его. Мы этого сейчас добьем и пойдем в комнату. Да, надо сделать этот смену расы, блядь. Мидвей, мы сначала ходи. На великана или на каратес? Да. На великана. Стойте на месте, чума, стойте на месте. Пусть она сбросится. Чтобы классу пройти, нужно всех боссов убить? Или не обязательно? Так, наберите рейндж, порезали людей. Ну, скрыть мне не надо убивать. Тут классу пойти. Давайте, резайте. Подходимся сюда, с АФК вышли. Порезали остальных, костели, шпистула. Подходим сюда. Биби, тащи слева мобов. Большой идет на нас. Не тащи пока. Не, назад ушли. Сейчас уйдет, зачистим слева мобов. Чтобы, блядь, пространство дать. Тащи, Дим. Зашли, играем по мобам. Да не надо, все, тут нормально. Не достанет. Агро. Лови, 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 лови. Уберите пэтов. Помогу в приоритете. Большого, большого забрали, отвернули. Помогу, играем. Болезнь нет? Нет, вроде не болезнь. Нет, пока. Через колосос играем. Болезнь. Рейнджу набрали. Большой идет. Отводи, отводите. Дима, отводи. А, все норм, 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 норм. Все нормально. Отводите, милики. Смолись, отводи его сюда. Нормально. Сейчас играем по большим.
Тотем убить. Маленьких. Бейте. Сначала этот. Болезнь пусть падет. Тогда только начинайте бить. Болезнь вроде никого не бьет. Двух танков. На, вижу. Сейчас светофор будет. Вообще пиздец тебе будет, нахуй. Блядь. Нормально все будет. Сейчас добивайте. Дай цепление, возьми, блядь, красный свет. Нет, тормоз, лучше набирайте ранжу. Филимон. Сейчас будет. Берите ранжу между друг другом. Танки будет. Не сводите мобов. Цепление выжмешь. Да не эти моба не загрите еще одного. Выжмешь и поехали. Гашку дашь и все. Только забирай. Не бьет вас танки, блядь, хуже. Маленького добейте, РДД. Зеленая, газу давай! Блять! Вроде болезнь никого. Давай, друзья, давай! Маленького РДД долейте, чтобы могли милишники потом газу! Подойти и... Газу давай, третья давай! Не ковыряем, нас здесь 4 человека всего. Вот менты, блядь, сука, спокойно, менты. Нормально! Ждем лужу. Лужа проходит, все играем по-большому. Зеленый! Сука! Первый давай, блядь! Второй! Зеленый! Сука! Играем по-большому все. Зеленый! Сука! Первый давай, блядь! Вторую! Зеленый! Сука! Зеленый! Сука! Первый давай, блядь! Вторую! Цепление будешь бить, гасну, блядь, ёбаный стольниц! Блядь, я тебе учу сейчас кататься, блядь! Нормально, нормально, блядь! Сейчас статуэль будет, давай правое пиво возьму нахуй, блядь! Я видел. Он урон наносит, но ничего не сбивает. Блять. Уешим. Бро. Паразитов убейте, порезали народ. Редри паразит еще висит. И там какая-то хуйня бежит, паразит, паразит. Кастиля сука. Бежит со Шреддера, то, что вылупилось. Ресаем, не стоим. Не, я быстрее микстурич заработаю, ну, в смысле, заработаю, нафармлю, если буду так летать. 5 тарашишек с одного моба, и здесь, ну, всего, допустим, 10, ну, и чего толку. 50 тарашишек, и это надо весь рейд. Шерпистул, заходишь, нет? Да. У меня компьютер крашился. Турбо тут. Баф отдали. Пошли бить. Дима, давай.
стене этого. Нормально, бьем. Да, возможно будет, возможно по мобу. Ой. Следующем. Так, паразиты бьем. У него два куска, вот это три. Пошли. Нихуя. Нихуя даже после него нет. Давай, я говорю. Может, вы их вместе ведете? Нахуя вы тех-то бьете? Ребят, блядь. На АФК. Вышли все нахуй с АФК. Бьем мобов. Лиса, персональное в этот приглашение надо или чё? Кто-то что-то в Дискорде пишет. Да, в этом. Блять. Войт, эти правит. Он задонатил два куска. Еще давно. Башка плюс ЧС. Он умный, он знает, что донатит. Ты на что намекаешь, собака сутулая? Да нет, по ведьмам играем в приоритете. Я путем своих ошибок сказал ему, что надо донатить. Да. Сначала ступа этого будем бить, да? Угу. Забудь мне напомнить, три не поменяй. Три не поменяй. Спасибо, вовремя. Кстати, да, вот сейчас прям поменяю, потому что убийцы бездны вообще не катит на этого босса. Я, а, там маленький ДТМ, да. Там да. Много хилов не надо. Надо сделать, сука, коровку. Крита не хватает.
А я тебе говорил, ты корова, ну. А я сначала орка делал, потом решил тролля сделать. Не, ну тролль тоже нормально, потому что у него 2% крита есть, плюс прожимка. На следующем боссе нужны будет сапрота. Так что мы это убьем. На этом нужны будет кости. Да. Хуя. Только танк. Не знаю, я там сапроты никогда не пью. У меня свой сапрот на 15%. Снижающий уходящий урон. Ебать, ни одной воронки, сука, блядь, рейд. Два танка ДК, где я, блядь? Задние хуи сосут. Че вы, блядь, время тянем, не пойму. Ничего, других танков нет. А вас со спины. Они издалека стоят, кастуют, суки. Да, и... ага, скоротрез, подровяшка. Блинная брошь при такого странника падает, блядь. Это не скоротрез. Или с него? Скоротреса. Мастер, нихуя ты, Агро. Нихуя ты пол сменил быстро. Так у меня была троликана. Я, блядь, я хуй знает, я чего вот Зоя в одной тренинге, которая скрытая спадает. Я не вижу смысла с тренинга по ней. Я тебе расскажу, что тренинг на броню нормальная штука. Ну, блядь, да, нос. А что, таскать тренинг, блядь, на резиста, нахуй, что ли? Ебать. Тебе надо, Алиса, расскажу больше, тебе надо много комплектов тренинг, блядь, на каждого босса разные. У нас когда-то в РС одевали чешку под половину для дисциплины, прям. Так она брони дает вагон, конечно, чем я не. Ну, блядь, мне она не очень нравится. Ну, блядь, если сравнивать её с клыком на какой-нибудь физика, то да, блядь, она охуенная. Вот тут тебе нахуй не нужны, блядь, эти сапроты. Тут, блядь, как раз таки физика. Ну, кто мне змейку забирает? Ключ, он, блядь, вообще бесполезный. Три абсорб нахуй, который сразу же воспринимается. Да, его можно сразу забирать. Опа, на, поэтому я хочу ключ поменять на приливную брошь. А потом чего там подумать. Ну? Смотри. Лорей, это триничку забирает себе на комбат. А он же хотел, не хочет. Но если он ее не заберет, значит он дурачок. Лорей, пошли его нахуй, блядь. Эврей, я тебе желаю только добра, знай, помни об этом. Царь, я тебя люблю. Я знаю, спасибо, я тебя тоже.
Ну, тебя же где-то за поход. Слышите этой хуйней? Пиздежу, о. Мастер, я тебя тоже люблю. Чё? Ты пиздежу. Завоняло. Не просто запахло, завоняло просто. Бля, через микрофон слышишь. Расист? Да, я тоже расист? Люблю. Это 1066. Мало, мне надо добивать, мне линсоки перебивать. Я надеюсь, это что у нас пойдет. Стоит. С чего это вдруг? Нет, нихуя шмот не падает. Сука, Алиса, лимни свои. Мне вот только интересно, кто сказал, что у меня жена есть? Ты сказал. А? А, да я знаевал. Откуда он заряд, блядь? Нахуй может быть жена, блядь? Кто его выдержит, блядь? Только маршрут. Не знаю, может быть, какой-то мазохист там с ним живет. Он жену в заложник, блядь. Нет, у него девушка просто под диваном лежит. Дутая, да? Через ведьм играем. Ну, пошел проверить, там все нет. Там мелкий еще где-то сейчас. Вон он, да. Я из-за этих ебаных Т5 буду отмиваться, блядь, полгода, нахуй. Нахуй я себе давал ДП за эти штуки? Мало того, что бабки отдал, ты еще, сука, тебя накинул. Может быть, потому что ты наркоман? Приму твоё ГП в дар. Все гильдии, короче, будешь как Иисус, нахуй. Да, я все равно это нихуя не собираю. Алиса, даже я ниже тебя, нахуй, ПР. Ну ты, блядь, не так. Так, рыбу едим. Соответственно, буду говорить стопать ОУЕ, стопайте ОУЕ. Перед рожей босса мне никто не стоит. Пока босса ведут... Пока босса ведут... Соответственно, на пути никого не должно стоять. Все стоят, остальные... Во фрейме босса со спины. Перед рожей встанете. Фиолетовая метка, ваш ориентир. Слева трамба стоит. Рыба стоит. Сомалийский. Моя задача, смотри. Будет выходить трэш. Под боссом будет ловить микстурка и Алиса. Далее. Будет идти с другой стороны. Вот со стороны крестика трэш. Ты с печатью повиновения, соответственно, будет подходить. Печатью повиновения и лужи по всем должен ударить, чтобы на хилов он не шел. То есть ты выбегаешь вот сюда, стоишь, ждешь, как они. У него не вкачано. Лужи, освещение просто. Хорошо. Тогда в ДД сбегайся. А зря не вкачал. Зря. Никогда не понимал плагинов, которые все, блядь, не вкачивает, на, потому что не в танке всегда, блядь, на трассе. Вот, тебя так, тоже слышно, да. Смотри, соответственно, я знаю, что делать, так что нормально. Будем танчить мидвей, как его, микстурка и винар. Соответственно, ребят, для остальных... Стоп, я на... Ты на бойсе. Дальше. Все отходим вот сюда, к звезде. Поели, пробафали, звезде отошли. Блять. Себя поешь сейчас. Пока что отошли к звезде. Босса подведут в квадрат, соответственно, встанете за спину босса во фрейм. Далее. На 15% хп, ребят, бычья голова. Маляке тапчет. Старайтесь. Бычья голова ты должен сам продиспеливать, потому что будет идти такие шарики, который будет давать стан. Я их постараюсь ловить. То есть на мне есть стан от этого шарика. Ты его сразу диспелишь.
Дальше. До протяжения всего боя до 15% хп босс будет, видите, как смотрите на босса, видите ручейки, точнее, блядь, струи воды льются с потолка. Босс будет вас стпшить туда. Соответственно, наносить небольшой урон. Вам что надо сделать? Вышли с стана, прибежали сюда, встали в фрейм босса. Ничего особо сложного. Чек на готовность. Бафы свои проверили. А, вот что я зачитаю. Чек мгновения. Возьми гарему на замену, что ли. Фельдж. Лена тут? Все готовы к зиде, ушли. Чёт на пол. Дали сначала поставить. Перед мордой босса никто не стоит. Встали во фрейм, быстро. За спину, быстро во фрейм. Быстрее. Блять, мы вот проебал колян. Топ на левой пока что ОЕ. Топ на левой Е. Набирайте игру. Лисен, Дима. Все. Вина просила, уешу. Стоп на левый Е. Стоп на левый Е, говорю. А уешь. Нар прокил. Стоп на левую Е. Мауешь, мауешь. Стоп на левый Е. Лопасос БЛ турма. Турбо вставай. Ауешь. Турбо пробафайте. Прохил или Ленар? Прохил. Топ на левую Е.
топнули пока что. А уешь. Топнули АОЕ. АОЕшу. Дим, дай прожиму. Арч, по мане все нормально? Пока да. А то, что лагает, это такое. Стоп на левую я. Набираю его. Повешу. Геру дали. Диспейл. Диспейл. Стопнули его я. Диспель. Блять, фрейд. А диспель. Мана нужна кому-нибудь? Спойгин на ману. Диспель. Спел. Стоп на левую я. Дал прожим. Резали сомалийского. Сомалийский в танк. Так и знал, что это говно тканевое выплет опять. Плечо. Отойду одну минутку. Видимо, вам это кольцо отображало, но мне. Пояс. Кольцо. Так. Вот, отдам сомалийскому, пусть танчит. Так. А, да, сорян. Сейчас мне.
Чего вы, блядь, весь трэш решили согреть на раз? Аккуратней. Блять. Сорян. Ты там пока тактику будешь рассказывать, да? Ну, сначала трэш зачистим, по факту. Я пойду что-то похавать сделаю. О, мага тогда убьем в самом начале, чтобы он не уехал по всем. О, мага убиваем. Приоритет маги. Знаешь, по волнам муту. Наливаем последний пак. Сильная просьба, не дохните, один БР. Пожалуйста, не умирайте. Давай, давай, Дим. По магу играем быстрее. Малике, ты знаешь, кого хилить? Не достаю слишком далеко. Так, бычьи голову, давай, у тебя аж холи спек же есть, да, правильно? Да. Холика. Шарпистол в ДЦ. Далее, соответственно, Арчис тут. Не знаю, какое будет цель танчить ромбик, еще сейчас подумаю. Короче, ромбик хилит. Ты как его хилишь вот этого танка, который будет на ромбике. Соответственно, хилишь на максимальной дистанции. Кинул на него этот, и где-то примерно отсюда его стоишь, захиливаешь. Потому что шаман ставит тотем, все, тотем все, раз, помню. Так, далее. Мастер придет, будет на звезде. Ну что, нам нужен будет ШВ. Алиса, ты на квадрате. Дима, ты на кресте. Сомалийский, ты на ромбике. Так, император Шам, ты здесь, да, у нас первый раз? Короче, на всю тактику объясняю на всего босса. Нам надо убить всех мобов. Соответственно, при убийстве одного моба у босса появляется одна способность.
Соответственно, когда убьем всех три, появится плюс три способности. Дальше. Первое, мы будем убивать звезду жрица. Жрица уешит стрелами, так что РДД хилы набираете рейндж между друг другом, милишников она замораживает. Вся на нее тактика. То есть убиваем ее под Герой. Далее. Соответственно, убили жрицу, у босса появляется каст заморозка. Соответственно, дальше мы бьем ромбик, шаман. Когда при перебежке, соответственно, мы даем прожимки. Потому что в тот момент, когда мы убьем жрицу, у шамана будет уже этот огненный тотем. Соответственно, у шамана способности. Это кидать тотем огненный, тотем от ядов и еще какой-то, не помню точно. Соответственно, убиваем чисто шамана, тотемы мы не трогаем. Дальше. Босс будет сильно продамаживать, так что арчес, как прохиливает, очень жестко танк. Мастер, давай в танк. Дальше. После ромбика мы будем бить крест. Крест, соответственно, может шотнуть. Он кидает три зубицы и кидает укус пиявки. Соответственно, также при перебежке, там, как его, клыкач, с тебя ловушка змей. И микстурка Винар даст бомжей. Соответственно, также убиваем крест. Когда мы убьем шамана, соответственно, у босса появится новая способность. Это огненный тотем будет ставить. И когда убьем крест, у него появится способность иступления. Соответственно, хант будет еще, когда мы будем бить ханта, хант сразу же призовет пэта. Не знаю, пэт будет или откидывать, или что-то еще делать. Соответственно, пэта... На пэта не обращаем внимания, бьем чисто только босса. Дальше. Когда мы убьем всех трех мобов, босс будет вот здесь, где стоит сейчас печенька. Будет стоять вот тут. Вот. Соответственно, босс на протяжении всего боя он кастует жгучую вспышку, жгучую огненную вспышку, или как-то так. Соответственно, примерно как на... Аниксии большие мобы кастуют вспышку огненной звезды. Соответственно, от него надо отходить миликами. РДД хилы набирают рейндж. Дальше. Соответственно, когда мы убьем всех трех мобов, будет три способности новые. Будет заморозка, будет тотемы и будет иступление у босса. Вам самое главное, надо отбежать от босса милишник. Иначе просто вас нахуй шутит. Далее. Рыбу я вам по тактике я вам объяснил. Рыбу поставил. Рыбу кушаем. Дживс есть. Дживс тут же там, блядь. Дживс тоже тут. Стоит. Починитесь. Реги закупите. МП5 по пристам. Короче, я сколько раз мы здесь были. Вот когда ведут дуру, мастер ведет ее. Кто-то дохнет всегда. В первые 10 секунд боя. Прожмите все свои билки, чтобы не сдохнуть, пожалуйста. Так, далее. И просрать прок. Печеньки даем обмен, получаем зелье свободы действия и получаем сапрот. А нахуя свободы действия? Чтоб тебя в бурст не заморозило. Сапрота всем пить? Да. Даю зелье свободы действия, как по две штучки. Соответственно, ребята, остальное в ГБ положить. Это главное для милишников. РДДшам они не нужны. Блять, РДДшнику дал по тупости, извиняюсь. Вернете в ГБ. Не, сомалийский тебе не надо, тебе только сапрот. Не-не-не, сапрот получи. Блин, зачем мне сапрот, если глаз бьет физой? Босс дамажит огненной вспышкой звезды там или какая-то хуйня. Ладно, я согласна. Ты сказано всем спроту, значит пропивайте все. БР у нас один, блядь.
Ну-ка, дай-ка мне зелечко одно. У меня сопротивление. Есть? Ну, потом, если что, закинешь в ГБ, блин. А сколько хилов? Давайте. 6. А 2 холи пала на двух танках. Шарт-пистол. Да. Бычья голова в холи. 2 эршама. Еще кому нужен сапрот, обмен, кидаем печеньки. Давайте быстрее, не тяните время. У кого есть, пропили сапроты. Еще кому сапрот нужен? Надо подождать. Чек на готовность. Спроты пропили. Кто звезду танчит? Мастер? Да. На пол сейчас жесткий мастер. МП5 бафните. По друиду, по шаману. Еще раз чек на готовность. Даем сначала поставить. На пульчике сразу же работает. Отчет на пол. Стража к бою! Пока не могу использовать эту способность. Рахиль, блядь! За стенкой был. Опосос бейт. Хотя не бейт, не бейт. Керу дали. Какой мог? Забери. Бузер ставит. Он стал ползучего скрытня. Заберите. Мастер, у нас моб, забери. Алиса, забери моба. Нормально, пусть на мастер. Бейте. Косты затыкаем, не забываем. Турбо агро, сальвы по турбо. Шредер по турбо, дай сальву. Прохил рейда, держим рейд. Отлично, прохилили рейд. Сомалийские бегут, прожимку дай свою. Не умрите, турбо прохил. Сомалийского прохил. А ну запечатать. Иначе нахуй сейчас сдохнешь. Я заберу босса. Забери мелкую от меня. Стиль, дай гимноману. Рикета, подойдите, кто-то спойте на ману. Я ему уже заливал. Шарпистол, подбеги к Маликету поближе. Можете ему тотем поставить. К
Мастер, последи, сейчас отойду быстро. На одну минуту. Он меня отсюда никуда не видит. А ты следи все равно. Что здесь? Дим, ты ж Влади? Да. Но я себе прошу, давал уже, Тёма. ШВ есть? Есть. Давай. Ликет, уходи, ТТМ будет. Уходи к нам, Ликет. Ну или сам там смотри. Достал прожим? Да, достал. Играем по кресту. Меня не звать, только кинуть. Арчис, сядь на мастера. Купи его из кота. Лыкач, да давай. Вас бьет, уйдите, ну кто там шаман и стоит, уйдите нахрен оттуда. Вас убьет. Откуда? Откуда? Тут только ТТМ и шамановскую стоят. Нет, что. Мастер, а, меня убило. Алиса, забери босса, выходи. ТТМ тут нахуй стоит. Отводи, отводи, отводи быстрее. Сейчас будет через 10 секунд вспышка огненной звезды. Ну я зафризила. Отойдите от босса. Тем, ТТМ, уйдите от ТТМа. Она сейчас сдохнет, захильте ее. Дальше, Алиса, дальше. ТТМа, подвиньтесь. Ближе к стене. А куда ты повела? Перекиньте, паладин. Центр, где Дживс? Есть прожим. Все разолил. Все, нормально, стой. Частицу на Алису, не уроните. Частицу не уроните. Вспышка. Пока не подбегайте, милики. Пока не подбегайте. Алиса, отверни спиной, пожалуйста. Спасибо. Была там вспышка? Не было. Нет, еще? Блять, опять таймер убился. Че, он стой, блин, жерелька. Ждите первую вспышку, потом подбегайте. А вроде была, он заехал. О, сейчас надо подбегать. Отбегайте сразу. Кого на ману есть, можете петь. Блять. Ой, блин. А его ТТМ добил, нахуй. Вайда, БРните. Прохил сразу. Захил. Пробафали. Прожимку сомалийский отдай. Отбежали. На ману, Гим. Бычи голову, спой на ману. Есть еще мана ТТМ? Поставьте ТТМ. Отбежали сразу же. Морфиса прошу. У вас 3 минуты. Успеваем, нормально. Там можно Геру для Войда дать. Обежали сразу же. Геру дайте. Ну Войд хитро, блядь. Лыкач, блядь. Чуть ближе подойди. Отбегай. Отбежали, 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 отбежали. Сайд, бегим. Та-дам. Считаю. Отбежали. Отбегай. Сразу же. Отбежали, отбежали, отбежали. Сейчас заморозка будет. Мана 5 секунд, кому?
Маликета убил. Маликет умер. Чё, пока у хилов по мане все нормально. Куда это нормально? Там, там кому-то чего? Пожар пистолу, да. Жучие. Да, шива не пропивает, нормально. Минута 30. Поднажали. Ну, я был. Бежали. Отбегайте. Ну, блядь, по таймеру пошло. 20% минута. Мана нужна кому-нибудь? Сейчас тут будет нормально. Читаю, хилов у некоторых 30%. Читал. Дай прожимку. Отбежали девушки. Сразу, отбежали. Ой, бля, а успел. Пустите меня. Давай, как ты тогда? Чё там, бабл, готовьте, чё? Да ну, не надо, успеете. Пошлите бабл на жгучую. Бежали! 20 секунд будет. Да успею, два ляма хуйня. Да успею, да. Порезали. Разве ты, Медведь, просил не дохните в первые 10 секунд? Что сделал? Ты сдох, блядь, козлина. Ты просто козлина взял и сдох. Короче, нахуй, блядь. Вот сказал же, прожмите все. Я дубовую прожал. Это кровь земли прожал специально. Я за это побежал, нахуй. За столбом меня не прохили. Только ВЦ, да. Чего? Зачем? Да это тренер со мной говно. Так. Охотник, Марчина, книжник, ладно, тринька. Ну ее только за 10% можно. Так она просто нужна для второго эффекта тебе. Да нафиг он нужен, второй эффект. Тут один, на одном ты боссе, когда висишь, максимум 2 стака, это максимум набирается. Эта тринька только на трэше. Охуительно, блядь. Так, охотник, маг, чернокнижник. Нужны кому-то штаны или нет? Клыкачу надо. Клыкачу, у тебя ж руки есть, да? У него две шмотки было. Да. Нет, штаны вторая будет. Там БМ и бешеные нахуй с 2 от 5 нахуй. Я не хочу БМочка. Ну ёпта, отдавайся нахуй. Блять, чё за хуйня? Не может просто, ну. Че у него вторая? Один разбойник шаман. Да. Да. Сомалийский ты король, серьезно? Тоже у всех есть, что ли? Четвертую император. Император хочет плеч. Морфи сошел. Еще не оглашена кандидат. Ну, Морфис сомалийский. Морфис собирается донатить себе, ну, до 4 кусков, поэтому одевайте его. Хорош. Почему, скрытие не будем давать? Ну, давай нет. Так сделаем. Сомалийский еще раз подождешь. А что поброшу? Я говорю, за 10% ее кому-то дай давай. Вообще... Звони за фул нахуй. Да, но не гони, ее таскать, это не знаю.
Да, конечно. Она идет как это, блядь. Как просто набор для АДК, возможно, но у АДК и так нормальный набор агра идет. Так, полетели в этот крепость. Ока, хорош. Ни одной воронки.